Приветствую всех любителей вышивки. Сегодня у меня видео по запросу. Давно не делала обзорчиков набора. И, как сегодня понимаете, у меня обзор набора от Лука С. Вышивка в технике гобелен. Гроза. Я знаю, что подобный сюжет есть еще у Черевна мыть, но мы в данном случае посмотрим с вами, как выглядит набор для вышивки именно у Лука С. Канва гобеленовая, мулине анкор 100%, межсезонный хлопок на русском языке. Дальше информация идет на обложке. Размеры ее 29 на 42 сантиметра, номер G551, и, как вы понимаете, G это обозначает, что техника будет гобеленовая. Называется гроза. На обратной стороне у нас идет инструкция, то есть и рисунок, как вышивать в технике гобелен. Дальше мы смотрим с вами, посмотрим, как выглядит схема. Вы знаете, я открываю все вместе с вами. И буду смотреть все тоже вместе с вами этот наборчик впервые. Посмотрите, какая толстая пачка схем, листов схем. Значит, здесь что у нас? Это у нас гарантийный талон. Надо же, на нескольких языках тоже. И получается листов схем. Сейчас мы посмотрим 16 листов схем на формате А3, очень крупная. И вы знаете, так смотрю, здесь так много участков зашивается одним цветом. Ну, это верх, правильно, да? Давайте еще посмотрим, где у нас идет непосредственно, наверное, будут герои этой картины. Честно говоря, не могу сказать, где это находится, так как я не нашла пока еще. Ну, посмотрите, я бы не сказала, что здесь прям море одиночек, хотя, вот видите, они тоже встречаются. Угу. Схема крупная, черно-белая. А вот так как у Золотого Руно делается в виде таблицы, да, что где какая схема находится, я что-то я и не нашла. То есть где как располагаются листы схемы. Ну ладно. Может быть, я просто не нашла. Нет, нету. Хорошо. Итак, давайте посмотрим с вами, как выглядит гобеленовая сетка, какой у нее будет размер. Здесь прикреплена иголочка. Небольшая. Не знаю, по-моему, или 26, или 28 размер вообще она идет. Угу. И разворачиваем сетку, смотреть, какая будет работа. Ну, что хочу сказать, если положить, да, вот так, А4 формат. Попробую сейчас вам это все показать. То, ну вот она чуть меньше двух листов А4 формата в ширину и чуть меньше, ну, или, наверное, два листа в высоту А4. Ну, где-то А3, наверное, формат и будет. Чуть больше, чем А3 формат. Вот так выглядит эта сетка. Сетка гобеленовая. Она жесткая, абсолютно, так, кстати, какая прозрачная. И вот это вот разлиновка, видите, она идет с двух сторон. То есть квадратик как бы окантовывается с двух сторон. Видите? Вот так выглядит эта сеточка. Сейчас мы наколем иголочку, чтобы не потерялась. И давайте же посмотрим ниточки. Ниточки посмотрим на белом фоне. Стандартная для Лука С комплектация. Цветовая гамма вся такая идет. Ну вот, а что вы хотели? Мы вышиваем картину, мы вышиваем произведение искусства, живопись. То есть лес, землю, небо немножко, наверное, да? То есть если посмотреть изображение на превью, то цветовая гамма-то, я бы сказала, не очень веселая.
Но зато какой получается живой результат. Платье это вот, ну вот, как настоящее. То есть видно, что намокло от дождя это платье легкое и стало практически прозрачным. Интересно так смотрится все. По земле они бегут среди леса. Насколько мне знаю, то у черевномыть немножко поярче эта картина смотрится. Ну, давайте еще раз посмотрим на ниточки. Их достаточно много цветов, символов, как видите. Вот посмотрите, 5 органайзеров, да, они практически ну, все заняты ниточками. Ну, что еще сказать? Вот честно, ну что сказать вот об этом наборе? Нитки анкор красивые, гладкие, шелковистые. Вот цвет вот этот обожаю. Бирюзовые такие нежные цвета. А что будет интересно вышиваться такими вот цветами? Ну, подозреваю, что розовый это, наверное, где-то губы, наверное, что-то такое будет. А вот, наверное, вот, да, пояс молодого человека. Что-то на поясе у него такое. Будет вышиваться. Ну, вот так выглядит комплектация данного набора. Надеюсь, мое видео было вам интересно. Да, я слышала о том, что, мол, зачем снимать кучу обзоров одного и того же производителя, кому это интересно. Тот, кто, тому, кто не собирается, возможно, покупать этот набор, да, может, это неинтересно. Но того, кого сюжет зацепил, вы знаете, сколько я набор обзоров на набор Dimensions видела. И тем не менее, когда какие-то новинки выходят, мне хочется посмотреть, что же там внутри, и пощупать там, ну хотя бы представить себе, что ты пощупала вместе с тем, кто снимает обзоры на этот наборчик. Поэтому я вот сейчас вам предоставила возможность вместе со мной пощупать составляющие этого набора, погладить ниточки, рассмотреть схемку поближе, вьюшку поближе. И надеюсь, вам этот обзор будет полезен и интересен, особенно тем, кому понравился очень сюжет и кто хочет его вышить. Ну, а у меня на этом все. Пока-пока. Ваша Оксана Дереза.